убили из корыстных побуждений. В Казани обнаружили тело 28-летней женщины. По предварительной версии, преступление произошло минувшим вечером на съемной квартире по улице Толбухина. На теле погибшей оперативники насчитали 18 колото-резанных ранений в области головы и туловища. По горячим следам был задержан подозреваемый. Им оказался 21-летний уроженец Ижевска. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что убийство совершено из корыстных побуждений. В настоящий момент проводятся следственные действия, оперативные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.